И всем здравствуйте из Магадана. Сегодня 1 ноября, и мы сейчас с вами прогуляемся по городскому парку. Я до этого прошлась по Карла Маркса от дома, мимо Восхода. Смотрите предыдущее видео. А сейчас мы зайдем в парк. У меня хватило сил добраться до этого места. Да и просто я не смогла пройти мимо вот сегодняшней погоды. Ну, хорошо, ведь погода эта пройдет, снег упадет, выпадет, растает, и этого всего не будет. Поэтому я думаю, да, поймаю я момент, пока у меня сегодня есть силы, и прогуляемся. Заодно поделаю красивые фотографии, пусть будут на память. Ну что, пойдемте, прогуляемся. Сегодня 0 градусов, и снег тает, и падает, и тает, и тает. И у меня еще пока сухие ноги. Сегодня воскресный день, 1 ноября 2020 года. И мы последний раз гуляли в парке, когда здесь не осень была, а летом. Летом мы гуляли, еще здесь вот проходили. Зелени было много, и так хорошо было. Схема нашего парка, она сделана так вот специально для слабовидящих, вот можно потрогать, она вся такая, ну и все подписано. Вот мы пройдемся по основной аллейке. Боже, как я рада, что я немножко ожила и что есть возможность. Боже, какие красивые фонари. И лапы, вот лиственниц прямо на ветру, под снегом так колышется. Сразу вспоминается Высоцкий. Есть у него песня, да? Про лапы снежные. Так здорово. Так, пить я вам не буду, конечно. Пойдемте дальше. Ой, какой фонарь. Я же все фотографирую, мне же надо нарисовать вот это все. Какая красота. Я люблю наш Магаданский парк. В нем хорошо, и летом хорошо. Вспомните японский уголок. Там вот красивая площадка, дорожки, лавочки. Сейчас все отремонтировано, покрашено. А сейчас вот зимой... Да он тоже классный, пока его не обкакали собаки и не намусорили. Смотрите, как здорово. Прям вот гуляешь, и снег под ногами скрипит. Слышите? Только что 11 утра. Слышите колокола? Вот. Собор наш Магаданский, колокола. Я когда гуляла от дома в предыдущие два видео, я так много рассказала и про погоду, и про здоровье. Поговорила с вами, поэтому сейчас просто, наверное, буду гулять и слушать звуки и парка, и детей, и... Кто-то лепит снеговика, снег мокрый. Слышите колокола? И снег падает. И снег падает. Какие-то лавочки необычные, новые. Я там не видела таких лавочек. Слышите колокола, да? Пойдемте посмотрим, что это за лавочки. Сейчас я выйду сюда. Такая у нас прогулка сегодня, экскурсия по Магадану. О, вот здесь зайдем. Хотя тропинки нет, но попробуем. Ух. Вау, какая красота! Боже, сейчас в глаз какой-нибудь снег упадет.
Смотрите, какие шапки снежные. Вау, как классно. Как в сказке. Музыкальные лавочки. Знаете, никогда не видела их. Первый раз вижу. Наверное, давно мы просто не были в парке. Боже, какая прелесть. Смотрите, и там ноты, и здесь. Ух ты! Смотрите, как классно. Так, гитары. Здесь гитары со всех сторон. А здесь просто ноты. Надо же, как я давно не была в парке, что я этого даже не видела. Боже, как здорово здесь. Жаль, что я одна, можно было пофоткаться. Да, не скоро мы, Серега, с тобой сюда попадем. Эх. Я делаю фотографию, потому что я здесь не была, вот именно когда лавочки поставили. Интересно, когда. Вот Анжела прошляпила кусок жизни. Знаете, вроде на пенсии, да, делать нечего, типа ты не работаешь. Блин, я не успеваю жить, я не знаю, как вы, но я не успеваю жить, и это еще нет внуков. Да нет внуков. А если бы были, наверное, вообще бы ничего не успевали. Так. Ой, пока гуляю, знаете, уже что-то рука подмерзла. Сейчас я рукавичку одену. Ой, подождите, подождите. Перчатку одену. Фух, все, наверное, на сегодня. Буду выбираться из этого снежного рая. Пофоткала немножко. И пока фоткала, стою же вот под такими лапами. И на меня снег прямо на голову, на руку. И так много. И мокрый, тяжелый. Нет, не прибил. Вот, видите, падает. Не убил. Какое место красивое, да? Дети гуляют. Так здорово, товарищи. Ну что, буду выбираться и пойду, наверное... Так, какой дорогой? Так, снеговик пусть стоит. Вернусь я здесь же. Я надеюсь, сюда мы еще придем. Ой, что-то рука замерзла, отвалилась. Ой, господи, господи, что-то она там рассказывает на своем языке. Так, а я выйду здесь. Где зашла, там и выйду. Видите, это следы мои. Мои? Точно мои. Господи, как я хочу, чтобы Серега скорее выздоровел. Мы бы вместе пошли и погуляли. И с сестрой, и с Сережкой. Увы, сейчас я могу гулять сама с собой и с вами. Но, наверное, есть такой плюс. То есть используем то, что нам дано. Вот. Мне полегче, я могу гулять. Значит, я могу гулять, я могу снимать. Могу снимать и делать вам видео. За все то время, пока я не могла, болела, лежала. А сейчас есть возможность. Поэтому гуляем пока. Монтируем, пока никто не мешает. Серегу пусть лечат, пусть он выздоравливает. А я буду ждать. Как верная жена, и лечиться дома. Сейчас приду, как апельсинчиков наверну.
чувствуешь, скоро буду на чебурашку с ушами похожа. Тянет на апельсины. У меня есть витамин С в упаковках, и апельсины, и что-то бананов хочется. Яблоки у нас вообще не люблю, они невкусные. Ой, короче, вот на что тянет из продуктов и фруктов, то и буду есть. Заставлять себя чего-то есть. Того, чего у нас нету, или то, что невкусное, я не буду. О, кто-то тоже катал. Бабу пытался построить, и закончилось все на этом этапе. Снег мокрый. Ой, как красиво. Смотрите, желтое. Блин, хочется поснимать. Не, рукавицу не буду снимать. Попробую. У меня такие перчатки. Вот такие, видите, они специальные для того, чтобы вот этими местами трогать камеру. То есть реагируют на телефон. Так. Ну-ка, 5 секунд. 5 секунд. Она блестящая. Это береза, да? Так интересно. И цвет какой, смотрите, на фоне вот этих черно-белых сейчас красок. Вот такой цвет рыжий, цвет коры. Так красиво. И остатки желтой лиственницы. Смотрите, как здорово. Ну а фонари наши. Хочется прям рисовать. А, и снег падает нам прямо в глаз. Прямо в глаз. Как вам наша погодка? Помните, мы здесь гуляли с Наташей, когда здесь еще было все зелено. И здесь стоял офигенный куст. Сирени самой настоящей. И мы еще подходили и нюхали его, и такой запах был. Где он? Это вот это дерево, что ли? Где-то здесь. Я еще так удивилась, что в Магадане сирень, вот она. Офигеть, сейчас нету. Но какие-то кусты вот стоят, представляете? Шиповник, что ли, да. И вот какой японский уголок. Вот такой он. Такой же, как и весь парк. Я не пойду туда дальше. Я имею в виду вверх. Потому что у меня уже нету сил. Мне хочется домой, мне хочется полежать. И вот единственное, что сюда могу зайти. Потому что здесь так красиво. И буквально вот недавно мы были здесь. Здесь было все так зелено, да? Все было зелено. Сейчас я сфотографирую. Подождите минуточку. О. Мишки. Видите мишек? Сейчас. Так, видео. Что у меня? Что-то плохо реагирует. Так, что это за медведь у нас тут? Бурый медведь. Вот так вот. У нас тут мишки. Японский уголок напротив. А, кстати, помимо японского уголка и мишек, видите, орланы сидят. Вот, если я поближе. Мы здесь, конечно, гуляли с вами, уже вроде как все видели, но когда много зелени, оно по-другому смотрится. А сейчас вот эти орланы... Здесь тоже вот табличка, ведь она снегом заметена, засыпана. Вот они сидят в гнездах. Ну, они не настоящие, естественно, они из дерева сделаны. Не могу приблизить, разве что вот так только показать. Боже, как
Хорошо, что я отвернулась. Смотрите, смотрите на этих голубей. Ты мои калёши. Ты сидят такие прям вообще. Ой, так надо их сфоткать. Я думаю, куда они все полетели, пока я их фотографировала. Оказывается, там их кормят. И они переместились в это место. А нет, их не кормят. Они строят маленького снеговика, детки. И голуби туда полетели тусить. Сидели все здесь. Вау! Вот что они едят сейчас зимой? Летом-то их кормят. А зимой им так тяжело в это время. Так, туда я не пойду, наверное, уже. Потому что там ребенок фотографирует красоту. Я, наверное, обойду вокруг. Ну, чтобы, не дай бог, не дай бог на него не дыхнуть. Я ответственная девушка, потому что так как мы болели, не дай бог, чтобы болеть всем другим. Вот так зимой выглядит этот парк. А снег, вот прям идешь, а слаб сыпется, то в глаз тебе, то на голову, то на руку. Как красиво, да? Пошла дальше. Да, красотища сейчас в парке. Хорошо, что я выбралась из дома. И решила сегодня прогуляться. Знаете, вечером я такая думаю, ой, завтра как пойду гулять. Я так себя хорошо чувствую. Утром просыпаюсь, думаю, не, что-то сил у меня мало. Никуда не пойду. А потом такая лежу и думаю, ну блин, ну что, я совсем старая кошелка, что ли? Ну надо как-то вот брать себя в руки и... Смотрите, как здорово, да, на улице? И нужно вставать. Надо двигаться, нельзя залеживаться. Свою я уже 2 недели отлежала. Поэтому гуляю. Так, 5 секунд, 5 секунд. Ну все, я на финишной прямой. Можно идти домой. А то у меня даже в перчаточках ручка начинает, пальчик мерзнуть. Вот мерзнуть. Не хочу замерзать. Достаточно сегодня мы погуляли, и пока будем гулять, только дышать воздухом, а потом, когда уже выздоровеем окончательно, когда тесты покажут, что я здорова, мы будем гулять, ну, по таким общественным местам, потому что уже заболеть второй раз, я думаю, не получится. Думаю, что будет уже какая-то, как называется, антитела выработаны в организме. И какое-то время мы не заболеем. Поэтому будем смело гулять по всяким общественным местам. Уже можно. Бояться уже будет нечего. Пройдемся здесь мимо детский театр кукол. Ой, ну вот я чувствую, что я уже гуляю столько, да, у меня уже ноги в районе, если когда ты начинаешь болеть, а у тебя ноги не ходят в районе паха, в районе коленок, они слабые. Ну, это когда температура высокая. Потом это все, вот видите, проходит, ноги встали на место, температуры нет уже сколько, 3 дня, да? Наверное, 4-й день я себя чувствую более-менее. И... здесь уже другая слабость в ногах. Я гуляю. Я вспомнила, для чего нужны ноги. Это очень-очень здорово. Мне очень нравится здесь гулять и летом.
А потому что здесь зелено красивое. Помните, мы гуляли, здесь эта лавочка. Так. С 15 октября пока спектакль будет проходить в кинотеатре «Горняк». О, я вам помашу. Вы меня слышите? Я вам машу. Да, одеты мы уже по-зимнему. Так, театр кукол. Да, здесь прошло детство моих двух детей. Мы часто ходили в театр. Лавочка, прелесть, да? Ничего, мы еще погуляем. И кафешка вот здесь на углу. Безумное чаепитие называется. Может быть, мы здесь гуляли с вами, и причем относительно недавно, и вы все это помните. Но тогда было много зелени, было лето, а сейчас уже зима. Резко, неожиданно. В этом году, можно сказать, мы не видели дождей летом, снега давно не видели, так что это все в новинку. Ну и кися-мися. Так, пройдусь я здесь. Вот оно, безумное чаепитие. Так, как бы мне обойти их, куда они пойдут, сейчас посмотрим. Торты здесь заказали, видимо. Так, кися-мися, блин. Ведь у меня уже ноги начали подмерзать. Скорее бы до дома дойти. Я снырнул в горячую ванну и погреюсь вот так вот напрямки, чуть-чуть вниз дом. То есть если вот так по диагонали, то выйдем. Но там нету дороги. Может, нам же придется идти здесь. А можно и там, вот ниже дома есть, можно просочиться к дому. Давайте посмотрим. Давайте. Ледовый дворец. Ох. Ну что, товарищи, я прощаюсь с вами. Прогулялись мы сегодня много. Хорошо. Пойду передохну и сделаю видео в нашей магаданской погоде. Ну и буду выздоравливать, чтобы почаще гулять, снимать Магадан. На этом прощаюсь. С вами была я, Анджелина Джоли из Магадана. Пока-пока. До следующих встреч, следующих видео.